Добрый день всем друзья, подписчикам, зрителям. Ну что, хочу вам показать очень интересное о том, что от нас скрывает даже власть. Перед вами нечто похожее на летающий объект. Но вот здесь происходит еще кое-что-то интересное. Вертолет. Вертолет подлетает к этому объекту. И все, ничего. Но как пилот вертолета может подлетать? Так еще этот вертолет правительского класса. Это не военный, а правительского. И вот вопрос заключается в том, что от нас скрывают. Что это за объект? Что у него находится в центре? Вообще, были множество видеосюжетов про этого объекта. Он как будто на землю выпускал какие-то газы. Мы видим, что на этом объекте располагаются баллоны. Чем они? Кто на вертолете подлетел? И что будет происходить? Когда это видео засняли, неизвестно. Есть множество необычных тайн, которых от нас скрывают. Я не хочу сказать, что это неправда, это мое субъективное мнение, но вы, друзья, должны понимать, что здесь что-то нечистое. Кроме этого видеосюжета, местные жители часто видят здесь какие-то летающие объекты. Но давайте все-таки разберемся ко второму видеосюжету, который засняли несколько раньше. Перед вами летающий ежик, так его назовем. Но вот вопрос для тех, кто хочет знать реально. Этот ежик перехватил два военных дрона. Вы видите на экранах. Зачем и для чего, неизвестно. Видео было запечатлено именно одним дроном. Так, ведь множество событий, которые мы сейчас видим, ужасающие. Посмотрите, у каждого дрона располагаются ракетные установки и установлены ракеты. Мы видим, что дроны просто вертятся по часовой стрелке. Ведь такое не может быть. Как может объект НЛО на весу и на расстоянии просто крутить эти дроны? Есть множество событий, которые не могут доказать нам правдивости. Я к тому, чтобы вы понимали, что-то здесь, друзья, не то. Ведь множество людей, которые располагаются информационными видеосюжетами, надо проверять. Это не первое видео, которое мы сейчас наблюдаем про объекты НЛО, которые нападают на дроны и на самолет. Это уже хороший момент, который нам удалось все-таки получить. Но это еще не все. Дальше еще интереснее. За последнее время люди, которые привыкли видеть по фильмам НЛО, прилетело и в Грузию. Перед вами, друзья, нечто интересное. Летающий дискообразного черного цвета объект. Множество очевидцев, наверное, посчитают, что это какой-то мультик. Но есть и очень необычная сторона, которую вы еще не видели. Вы, наверное, замечали, кто был в Грузии, стояли в горах кресты, прямо на холмах. И ведь это неспроста. Как будто что-то должно прийти с гор, и как будто должно защитить их от что-то. Перед вами летающий объект, который издавал огромные необычные волновые импульсы. У множества людей, которые здесь проживают, часто болят голова и часто идет кровь из носа. Это говорится о том, что резкое поднятие давления или что-то еще. Врачи не могут понять, почему у пациентов один и тот же диагноз. И ведь множество людей, наверное, видели такие необычные видеосюжеты на Кавказе. Это не только в Грузии происходит, это происходит и даже в Дагестане, в Адыгее, Краснодарском крае и так далее. Но вот что они себя представляют и для чего они это делают, неизвестно. А дальше еще интереснее. Одному подписчику удалось заснять, как объект НЛО просто похитил военный самолет. Посмотрите на эти уникальные кадры. Перед вами, друзья, видно, как летающий объект улетает с этого места. А вот что у него в клещах, вы видите прямо сейчас. Самолет. Никто не может дать точного пояснения, зачем НЛО похитил
самолет. А может, это секретная технология перевозка таких моментов, которые от нас скрывают? Ведь множество таких видеосюжетов, ну, просто надо как-то понимать, что они не единичны. Мы видели, как объекты НЛО похищали, мы видели передвижение этих объектов, мы видели, как происходили необычные столкновения НЛО и самолеты. Но такое, конечно, интересно. Что осталось с пилотом и был там пилот внутри, неизвестно. Но такое необычное, очень интересное и очень опасное видео, которое может, друзья, напугать и людей, и еще кого-то. Но это еще не все. В последнем видеосюжете вы будете чуть-чуть шокированы. То, что вы сейчас узнаете, вы будете точно в ужасе. Пилот МиГ-29 или Су-34, не знаю, друзья, был атакован летающим ежиком. Посмотрите. Он как будто отправил лазер прямо в пилота. Что это такое? Что здесь вообще происходит? Я не знаю. Мы оставим видео без комментариев. Я, друзья, хочу, чтобы вы оставили комментарии под этим видеосюжетом. Ну а я, друзья, что хотел, то и показал.